Кишкар-Оле социальная программа благоустройства и реконструкции столицы республики реализуется уже в течение нескольких лет. Один из объектов, на котором строительные работы вступили в завершающую фазу – Центр детского и юношеского чтения на правобережье Кокшаги. На трех этажах спроектированы и построены необходимые помещения для создания здесь современной библиотеки, абонентами которой смогут стать все желающие юные кишкар-оленцы. Символично, что центр в соответствии с планами распахнет свои двери для читателей в День знаний – 1 сентября. Здание не просто необходимо, оно жизненно необходимо, потому что это наше библиотечное дело, это наше полномочие республиканское. Если мы забудем о своих библиотеках, можно забыть и об образовании. Поэтому мы делаем красиво, качественно, и к 1 сентября увидите новый дворец для наших детей. Особый подход у строителей к внутренней отделке центра. Библиотека требует и особого освещения, и особой температуры и влажности в помещениях, в которых будут храниться книги. Конечно же, берется в расчет и то, что главными посетителями здесь будут дети. Материалы используются экологически чистые, а интерьеры получат множество интересных деталей.